Власти китайской провинции Гуйчжоу пригрозили христианам, что прекратят социальные выплаты, если они не перестанут посещать церкви, сообщает Православие.ру. Брат Моу, член домашней церкви, рассказал, что чиновники 2 июля на словах уведомили христиан, что они не будут больше получать социальные выплаты и пенсии по старости, если не перестанут посещать свои собрания. Теперь верующие должны подписать бумагу, где все это написано. Подобное уже происходило 2 года назад в провинции Сучуань. Тогда власти задержали 36 христиан. Все они были отпущены на протяжении 11 дней. Но с того времени правительство прекратило всякие социальные выплаты в их адрес. Китайское правительство занимает все более жесткую позицию в отношении христианства, которое переживает резкий рост в стране. Тысячи зданий церквей разрушены. Пасторы и служители попадают в тюрьму по самым разным надуманным обвинениям. Родители не могут приводить в церкви детей даже в зарегистрированные государством.